Привет, друзья! Вы на канале Крепче Стали. И сегодня у нас в гостях Роман Беседин. А я уже 30 лет занимаюсь ушу. Я мастер спорта международного класса по ушу, чемпион Европы по спортивному ушу, чемпион мира по традиционным стилям ушу. И с 98 года я преподаю ушу для взрослых и детей. Ну, когда я смотрел твой комплекс, как он здесь называется? Это был тайцзицюань стиля ян, кусочек из комплекса 24 формы. В принципе, если его сделать, это как уже утренняя гимнастика? Да, да. Это уже вот китайцы на самом деле придумали вот 24 формы, составили в стиле ян, именно для оздоровления, как такой динамический цигун. Вот человек может уже, его изучив вот эти, ну, довольно-таки простые для человека, который занимается ушу, это простые движения, да, изучить их и в них работать, уже дышать, медитировать и оздоравливать. Дыхание, да, основа. Дыхание – это важно. Как может спортсмен применять тайцзи? Для чего? Ну, как боевое направление он может корректировать, допустим, да, наверное, какие-то там углы, движения, совмещать. Ну, как у многих новичков проблема есть. Они отделяют ноги от корпуса, когда рука бьет, ноги стоят на месте. Вот я так понимаю, что тайчи, тайди, как правильно сказать? И тайчи, и тайди, полное название тайцзицюань, кулак великого предела. Но его сокращают тайди, для европейцев вообще тайчи, чтобы было удобно говорить, тайчи называют. Так вот, я так понимаю, вообще этот комплекс хорошо для всех абсолютно, для новичков. Он соединяет руки и ноги вместе, да, вот мы делаем комплекс. Не отделяется руки и ноги от тела, да? И для спортсменов. Для чего спортсменам нужно делать тайчи? Ты посоветуешь? На самом деле, любой хороший боец использует принципы тайцзицюань. Потому что... Неосознанно. Неосознанно. Ну, может быть, если кто грамотный, хороший тренер, он это все знает, не связывая даже это с тайцзицюань, но это он, принципы все эти, они одинаковы. Mm-hmm. Потому что у нас есть внутри вертикальная ось, вокруг которой мы работаем, да, и центр тела, вот нижний дантянь, так называемый энергетический центр, которым мы двигаемся, вот так, ну, так называемые, ну, на Западе это называют мышцы кора, да. То есть мы этим центром работаем вокруг оси. То есть, неважно, это боксер, каратист, борец, они все используют принципы тайцзицюань. Боец, который хочет оздоровиться, он может использовать тайцзицюань и тайцзицигун именно для оздоровления. Потому что, особенно, когда вот со временем, с возрастом, так или иначе, у нас, к сожалению, у всех есть травмы, да, связанные со спортом. И чтобы вот снизить вот болезненные ощущения, как бы, да, или вообще убрать их, мы применяем тайцзицюань. Про здоровье покажи какой-нибудь небольшой или комплекс, или пару упражнений для здоровья. Для спины или для сустава, вот для чего ты хочешь сейчас показать? На самом деле, в начале внутренних практик самая главная наша задача – это почувствовать все свое тело, и успокоить наш беспокойный ум, потому что, ну, реально, когда мы начинаем медитировать, в голове куча сразу мыслей, да, там, а выключили ли утюг, там, а что происходит на работе и так далее, да, то есть постоянно такая мыслемешалка в голове происходит. И первое, что нам нужно сделать, это успокоить наш ум, да, начать глубоко дышать, почувствовать полностью все свое тело, ощутить его. Вот есть несколько дыхательных практик в тайцзицигун, да, которые мы сейчас с Натальей покажем вам. Let's go! Три самых простых упражнения из цигун мы сейчас вам продемонстрируем. Первое, что мы должны сделать. Становимся ноги на ширине плеч, стопы, носочки смотрят прямо, колени мягкие, слегка подсели. Копчик обязательно подкрутить, округлить спинку. Макушечкой вытягиваемся вверх, плечи параллельно земле. Пол, да? Вот мы стали. И дышим животом. На вдохе живот мы выпячиваем, вдох через нос. На выдохе живот в себя и через сомкнутые губы мы выдыхаем максимально все, что вот, максимально воздух весь выдыхаем из себя. При этом мы на вдохе поднимаем мягкие руки вверх до уровня плечей, на выдохе плавно опускаем руки вниз. При этом такой мыслеобраз, что мы стоим на берегу моря, по колено в воде, и у нас в руках большой мяч. На вдохе волна накатилась, мячик этот подняла. И на выдохе плавненько мы опускаем с мысленным усилием, опускаем вниз. Еще раз вдох животом, через нос и выдох через сомкнутые губы. Вдох, выдох. Вот это движение можно делать от 2 до 5 минут. Главное делать все осознанно. Очень плавно, очень медленно. Движение мы делаем от дыхания.
Вот как мы дышим, насколько у нас медленное дыхание, настолько у нас медленное движение. И при этом стараемся прочувствовать все тело. Хорошо. Теперь на вдохе мы берем шар перед грудью, да, пальцы друг на друга, большие пальцы вверх, ладошки на себя. И на вдохе руки растягиваем шар, да, на выдохе этот шар собираем. При этом пробуем ощутить, как будто вот шарик этот резиновый, мы эту резину растягиваем с усилием мысленным, да. На выдохе мы с усилием собираем, то есть тут плотность такая упирается, не дает нам, да. И вот мы растянули, собрали. И постепенно наш шар увеличиваем. На вдохе растягиваем, на выдохе собираем. Вдох, выдох. Напоминаю, что вдох через нос, выдох через сомкнутые губы. При этом пытаемся ощутить вот это сопротивление между руками, да, плотненький этот шарик. Так тоже 2-3 минуты сделали это упражнение, руки опустили плавно вниз. И самое сложное из этих трех упражнений следующее – это перекаты вперед-назад. Туловище – это ровный столб, да, который мы не сгибаем, не прогибаемся, не наклоняемся. И перекатываемся с ноги на ногу. Одна нога сзади, мы слегка присели на нее, да, и делаем перекаты вперед-назад. Перекат вперед, ручки вперед, вдох. Перекат назад, руки растягиваем большой шар, это еще вдох. На выдохе движение вперед, руки вперед. И выдох назад, ручки вниз. Вдох, руки вперед. Вдох, растянули шар. Выдох, собрали. И выдох вниз. При этом нигде точек не должно быть. Резко, жестко, нигде мы не останавливаем руки. Мы перешли вперед и сразу же растягиваем шар. Только еще не дошли до зад, сразу же возвращаемся. Плавные перетекания делаем. Сделали так несколько раз на одну ногу. И потом ногу меняем. Продолжаем на вторую. При этом тоже пробуем ощутить вот такой мыслеобраз, как будто мы находимся в воде и есть легкое сопротивление пространства. Да? То есть чуть-чуть вот ручки идут, есть чуть сопротивление, есть приятное такое. Руки при этом наливаются. Друзья, продолжение про тайдзи и боевые искусства. Мы будем проверять тайдзи просто на двоечку, на удары в следующем видео. В описании оставлю контакты на Романа. Он живет в Харькове, тренирует тайдзи в Харькове. Так что, кто харьковчанин, обращайтесь. Тайдзи, проверка и боевые искусства в следующем видео. Номер 2. Скоро ждите.